Это самогонный аппарат Brandy Master VS 15 литров. В чем его особенность? Во-первых, толстая нержавеющая сталь вот этого перегонного куба. В нем также можно, открутив вот этот вот охладитель, в нем можно делать непосредственно и брагу. Его удобство в том, что он, вот эта крышка полностью снимается, и вы можете слить остатки браги после перегонки и чистить его очень-очень удобно, потому что он вот целиком снимается, вот эта верхняя крышка. В комплект входит энциклопедия крепких спиртных напитков, в которой расписано все, что можно делать из этого, при помощи этого аппарата. Гарантийный сертификат, гарантия не ограничена, пожизненная. Паспорт и инструкция по применению на русском языке. Его производительность 1 литр в час. В комплект также входят трубки для соединения охладителя с проточной водой и универсальный переходник на любой кран. Термометр, который находится на баке. И коробка, в которую все это запаковывается. Производятся они в Санкт-Петербурге.